Вот помните же, он сегодня, кстати, приехал уже, еду со столовой сюда, и мы с прошлым отличаемся в тренажерке. Я сядь ровненько, но мне сейчас надо будет, из-за того, что он ее ударил, надо подремонтировать. У нас уже время идет. Давай, наше массажи пошло. Но у нас два времени, поэтому я думаю, что мы все равно уложимся. Там получается массаж с перерывом. За счет того, что перерыв у нас не идет, а мы делаем его подряд. Спускаешься на первый, ладно? Давай. Так как у нас перерыва нету, то у нас получается, как его? Бр-бр-бр. Ну, я так думаю, что запас времени все-таки есть, хватит. Так что мне нужно бежать. Давай. Яр. Машина стоит. Пошли. Устал Ярослав. Массаж. ЛФК фактически. Тренажеры сильные. Кажется, что они без нагрузки, легкие, но мозг так видно взрывается. Я сейчас думаю, мы сейчас проедем пока. Конечно, почти 11, но в принципе я сейчас поменяю ему коляску, сама повезу его, чтобы он не вырубался. Пускай поедет, отдохнет, а там посидит. Я поплаваю в крайнем случае, он посидит, просто подышит кислородом на пляже. Ну, море. Там есть очень много таких ценовых мест. Яр, в чем дело? Ты чего остановился? Куда вот у него, когда он что-то хочет? Ну, что, прикол? Хочу. Хочу KFC, а KFC же очень далеко на электрической, если ехать. Честно говоря, это надо хорошее. А он прям как будто бы отключается. Второй день вот. Перенапряг идет, а он его накатается, же ему надо. Когда видит ребятами, он начинает с ними сразу. Сейчас опять врезался, ударился. Ты что, глаза закрываются? Ты засыпаешь, что ли? А? Посмотри на меня. Эй! Ты спишь? Давай, поэтому. Да, надо отдыхать. А у нас же отдых. Куда? Нам только во сне снился отдых. Так, это наш корпус. Красиво. Яра, нам сюда. Не засыпай. Яр, быстрее, реально быстрее. Потом будет жарко, мы будем сидеть в комнате. Где спишешься, ты не чувствуешь? Яр, ну вперед, ровно. Еще. Сейчас разденем и поедем. Там ладони немножко помоем. Охладю. Очень хорошо. Здесь сколько сейчас градусов? Давай. Ну, в тени 30 градусов, конечно. Давай, пошли быстрее. Так, все, мы дома. Сейчас я быстро переодеваюсь. В принципе, я почти в полукупальнике. Мне только верх поменять. И я сейчас раздену, и мы уходим. Пойдем на море. Попьет он сейчас, еще заставлю его попить. И пойдем. Я поплаваю, по крайней мере, стабильно. А Яра, не знаю, посмотрим. Может, просто в тени вообще посидит. Там есть хорошие эти лежаки. Может, он на лежаках пока полежит. А я поплаваю. Вопрос к местным экспертам. Дофига сейчас не сушить голову и укладывать. Честно, сейчас я опять пойду на ванну. И вот зачем мне надо было сушить ее в 9 часов утра укладкой заниматься, если я пошла на ванну, и у меня вот такая, опять такая живая стрижка. Именно живая прическа. Зачем мне идти сейчас опять ее сушкой заниматься, если я иду на море плавать, не даже на бассейне. Я не то что купаюсь, знаете, как бы. Почему я говорю на бассейне? Потому что для меня это открытое пространство, так же, как на море.
что море, что бассейн. Только разница вот в словах. Я не в бассейн иду, я не заплыву иду. Я говорю, что наверху поотдыхать. Но когда я плаваю в бассейне, я плаваю в бассейне. И в разговорной речи используются и то слова, и те слова. И заканчиваете эту процедуру хейтов непонятных. То есть все хейтят, только не мило. То есть, как бы, опять же, хейтеры, когда начинают какие-то разговоры про других же на моем канале, задавать им вопросы, такие, знаете, достаточно актуальненькие, да, то есть получается, мило, то есть как бы это мило на хейтеры, а вы, ребята, нет, не хейтеры, да, как зависит моя, вот это сейчас полчаса высушивания головы с моим здоровьем, понять не могу, честно, как оно повлияет на качество моей жизни, тоже понять не могу, и как на качество моего здоровья, мое качество здоровья, сейчас пойти и поплавать, и независимо от моей головы, кому бы она не нравилась, а кому бы она нравилась, мне комфортно, мне нормально. Я отдыхаю, я ощущаю себя человеком, я получаю процедуру, то, что мне надо, и от этого я обалдею. Надо в жизни брать все, а не сидеть и ждать, пока кто-то расскажет, какие у меня глазки, какие. И мой ребенок соображает, мой ребенок понимает, мой ребенок ползает, двигается, перемещается, с людьми общается. И на этом закроем тему. Что? Ну, вообще-то была тема не о том, было что-то другое. Ну, как всегда, переключаешься, посмотрев, послушав вас. Вот мой тушь. Вот сейчас у меня одна ванна была, так как вот показать. И сейчас я пойду на пляж. А, вот я хочу сказать, что я на пляже, не, на, когда мы в бассейне, я не плаваю внутри. Просто, вы знаете, стоять в шапочке, в очочках, просто стоять и делать вид, что ты в воде. Я там плаваю. Просто не могу поснимать это, да, но я плаваю туда-обратно, туда-обратно. Проныряю под водой, и мне от этого, я от этого кайфую. Чтобы поплавать для себя в свое удовольствие, в свой кайф. Я считаю, что надо получать удовольствие не для людей, а для себя лично. Плавать для себя и жить для себя. Моя семья – это моя жизнь. Все, я готова. Сейчас возьму такую перекладинку с собой. И возьму рюкзак. Рюкзак я положила в Яське на сменку. Взяла ему рубашку, возьму сейчас ему кепку, взяла полотенце, не знаю, в общем-то, в принципе, вроде все набрала, так что мы сейчас идем немножко просто поплавать, прям быстро-быстро, и вернуться сюда обратно. Ну, то есть я пока не поплавала, а Яра посмотрит. В общем, мне здесь нравится, везде стоят кулеры, здесь по всему санаторию, может, в любой момент брать холодную воду и брать горячую воду, то есть как бы прям кипяток. Они везде. И вот такая прям холодная вода. Вот я не помню, в санатории не буду брать в парусе. Здесь даже в столовой можно брать. В парусе нельзя было в столовой брать воду набирать. Не разрешали из кулеров, только в своем с этом. Но я не помню, вот там по поводу такой. Мне кажется, была просто комнатная больше вода, чем холодная. Сейчас я нажму. Я тут сегодня застряла в лифте. Мы когда немножко опоздали на массаж из-за этого. Но мне больше всего понравилось, что я это слышу, я уже вниз спустилась, слышу там где-то горланит, что типа, мама, помогите, помогите. Короче говоря, он его лифт не доехал, быстрее всего он просто раньше поехал, и лифт немножко на расстоянии. И действительно, у него лапки застряли в коляске, и он не смог туда въехать. Ну и что вы, как вы думаете, что он сделал? Он стал пищать, чтобы его спасли, ему помогли, и делать вызов лифтера. Ну, лифтером оказалась я. Я сама его выпустила. Здесь очень такие мобильные на коляске. Мощные. Так, проедем. Проедем. Все, спасибо. Очень. И здесь еще одна девочка, я выезжала, приехала на коляске. Прям вот у нее электрическая, мне так понравилось. И просто я один раз видела. Так, мы опять. Но мы уже поменяли. И его другая. Не, ну... Мы идем на выход. Я, кстати, вчера хотела засечь, но потом мы там встретили для себя новых потенциальных. Ну что теперь делать? Пацан. Возраст, наверное, уже требует взаимоотношений, и поэтому я забыла. Потому что мы становимся их руками и ногами непроизвольно. Надо помогать, общаться ребятам, что теперь. Такая у них жизнь, такая наша жизнь, никто. Да, но я забыла подсосечь время, сколько мы идем. Сейчас попробую.
Стоп, о, уже все убегают. Они вот уже убегают. Они сейчас, наверное, на бассейн, наверное, пойдут плавать. Мальчишка, мама. Вот они, кстати, приехали. Они из Питера. И приехала какая-то, у них сейчас есть путевки там. Ну, это у нас в Питере есть, у нас в Калуге нету. Собачка. Они отдыхают. И даже будут отдыхать до начала августа. Но я бы тоже так поотдыхала. Вот, то есть проживание, питание, бассейн. У них включен. Ну, лечение. То есть это даже получается курсок, когда ты берешь лечение. А это получается у них карта отдыхающая. Нужно как-то, ну, я не буду брать. Это вот Питер. Ну, я так думаю, наверное, Москва тоже есть. Опа. Они, получается, просто отдыхают. И приехали они уже, вот, а уедут в начале августа. То есть у них две путевки сразу. Два курса. Я два курса, мы изначально. Во-первых, мы покупали сами. Во-вторых, нам говорили, писали эти ребята, что, типа, милый, продли путевку. Как бы, да, чтобы дольше было. В общем, не знаю, когда я остановилась, я, видно, кнопочку сама по себе нажала. Они вот с Питера, они будут до августа, они отдыхают, получается, они кушают, уходят на пляж, потом идут на бассейне плавать, вечером тоже пляж. Я считаю, супер, по большому счету больше ничего не надо. Кислородные коктейли можно, то есть мы и так тоже покупаем дополнительно, это как, это не входит в лечение, даже в курсовку это не входит. Кислородные коктейли платные для всех. Вот. Поэтому... А. Какая-то отдыхающая путевка. Она как-то немножко называется по-другому. А. Ох, жарко. Очень жарко, поэтому на солнце сейчас вообще не будем, только доедем. А. Ну вот мы почти, в принципе, дошли. Нам еще пару минут, наверное, минута 3-4. Но это, видите, если это я иду скоростью, и я держу здесь на рынок. А? Не понимаю. И я держу дистанцию, держу людей, ситуацию. И, конечно, у меня быстрее. У Яры это у нас выходило в два раза больше. Яра, тебе надо около слова пляж сфотографировать. А мне еще больше всего нравится весь пляж, это слово море. А то так не поймешь, без пол-литра, что ты на море. Ну да, с качеством этой воды. Так, ну что, вот моим шагом 5 минут. Ну, опять же, повторяю, это моим шагом, вот таким, достаточно быстрым. Я не знаю, сколько я хожу, но у меня 3 километра идет. А, значит, это 6 километров, наверное, в час. В общем-то, делите, считайте. Потому что у меня всегда выставляет 3 километра дороги на полчаса мне. 2 километра у меня минут 20. Километр 10. Ну, как я и говорила, 500-600 метров до пляжа. Ну, а если с Ярочем едет немножко подтрясывает его, то, конечно, ему тяжелее, сложнее и дольше. Так, здесь везде дорожки размерены, разделены. И раздевалки. Раздевалки не обозначены на мужские и на женские. Обозначены только на инвалидные, по-моему, она одна. Остальные две раздевалки. Как повезет. Ждешь по ногам? Так, все. За буйки не заплывать! Аккуратно, давай. Проплывай. Куда? Аккуратно. Да, уносит моего ребенка, уносит. Вау, кайфуни. Да? Заяц, кайфуни? Я уже второй раз. Захожу. Чувак плавает. Ha, ha, ha.
берегу, Яр. Яр, кстати, не стоит. Если ты не стоишь, да? Ты встаешь на ноги? Нет. Можешь встать? Постань. Яр, встань на ноги. Рот закрой, только встань. А, ну вот, стоит. Ладно. Пошли, хорошо, поплыли. Яр, поплыли обратно. Слюни не глотай. Не... Включай право. Право, 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 право. Еще, 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 еще. Аккуратно. Обходим буйки. Жестко. Ну, зато наплавался, да? Яр у нас, кстати, очень быстро ко мне нацелился. Я уже там общаюсь.